Ребятки, всем привет! В январе текущего года я рассказывал вам про 34-дюймовый игровой монитор от компании Xiaomi, который пользуется большим спросом. Ведь за небольшую стоимость пользователь получает 34 дюйма, 144 ГГц, матовый изогнутый экран и многое другое, что заставляет его в дальнейшем написать весьма положительный отзыв в интернете. Но что самое интересное, в обзоре я упомянул про 24-дюймовый монитор, который был представлен на очередной презентации Xiaomi. И да, он сейчас у меня за спиной. И хоть он и имеет аналогичное название Mi Display, это совершенно другой монитор, про который мы сегодня с вами и поговорим. Приятного вам просмотра. Изначально, как я уже говорил, Xiaomi анонсировала два монитора. Игровой Mi Display с экраном 34 дюйма и просто Mi Display с экраном 24 дюйма. Затем в апреле текущего года компания без особой шумихи представила обновленную версию младшей модели с приставкой 1A и лишь с одним изменением в виде более тонких рамок. Но на этом не все. Есть еще один монитор, который минимально, но имеет отношение к вышеперечисленным моделям. Это не недавно анонсированный монитор бренда Redmi, который получил не самое сложное название Redmi 1A и, как вы уже догадались, характеристики как у обновленного Mi Display 1A, за исключением наличия дополнительного разъема VGA. В итоге мы все еще имеем небольшой выбор из 34-дюймового игрового монитора и 24-дюймового офисного монитора, представленного в трех модификациях, не особо отличающихся друг от друга. Мы же сегодня посмотрим на самую классическую 24-дюймовую версию монитора с не менее тонкими рамками. Комплектация максимально простая. В коробке помимо монитора лежит кабель HDMI, блок питания с китайской вилкой, ножка монитора и инструкция на китайском языке. Монитор собирается максимально быстро, без каких-либо инструментов. Это приятно. После сборки сразу же в глаза бросается минималистичный дизайн, отсутствие логотипов на передней части и матовая поверхность на всех деталях. За исключением ножки. Тут под пленкой скрывается глянец, что весьма странное решение. Подключение к компьютеру происходит за счет единственного разъема HDMI, что говорит о том, что подключить одновременно PS4, например, уже не получится. Зато удивляет расположение разъемов на ножке. Признаюсь, выглядит необычно. И раз уж заговорили про заднюю часть монитора, стоит отметить, что тут вы увидите лишь логотип Mi. К сожалению, крепление веса в мониторе отсутствует, как и вертикальная регулировка и регулировка по высоте. И да, напишите в комментариях, важно ли для вас наличие возможности повесить монитор на стену или установить его на кронштейн. Идем дальше. Кнопки управления здесь ровно такие же, как и в старшей модели, разве что расположены они под монитором, а не на задней части, что, как по мне, удобнее. К слову, светового индикатора на лицевой стороне здесь нет, он теперь совмещен с кнопкой питания, а вот меню здесь абсолютно такое же, как и в старшей модели, но теперь настройки изображения не такие расширенные, ведь в мониторе отсутствуют некоторые современные функции в виде FreeSync и HDR. Что касается характеристик экрана, тут тоже ничего сверхъестественного. Это обычная матрица IPS с диагональю 23,8 дюймов и соотношением сторон 16:9. Разрешение тут 1920 на 1080 пикселей, а углы обзора составляют 178 градусов. Частота обновления экрана равна 60 Гц, контрастность 1000:1, а яркость 250 нит. Время отклика составляет 6 миллисекунд. Если говорить про картинку в целом, то лично мне не хватило насыщенности, но это после постоянного использования более дорогих мониторов. Проблема частично решается подбором настроек, приятных вашему глазу, и привыканием к картинке со временем. В остальном радует отсутствие битых пикселей и минимальных засветов по углам, что говорит о том, что, несмотря на цену, это качественный монитор. И если подытожить, такой монитор подойдет в основном для офисных задач. Тем людям, которые не занимаются профессиональной обработкой фото и видео и не участвуют в каких-то игровых турнирах, кому не важна самая лучшая цветопередача и высокая герцовка, кто просто пользуется самыми элементарными задачами и просто обычным серфингом в интернете. Для каких-то серьезных задач, для игр, для обработки фото и видео существует 34-дюймовая
модификация, игровой монитор от Xiaomi, про который я уже рассказывал на нашем канале, и ссылку на обзор вы можете найти в описании к этому ролику. Посмотрите, монитор очень крутой. И да, если интересно, лично я считаю идеальным сценарием купить 3 таких монитора, установить их полукругом и за счет тоненьких рамочек получить прям огромный, практически монолитный монитор, за которым чертовски будет приятно работать. На этом все, друзья. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Этого будет достаточно. Рад был пообщаться. Всем удачи. Пока-пока.